Детский сад, потом школа. Учись хорошо, получи высшее образование и найди хорошую работу. Знакомые слова. Наспичкали этими убеждениями с детства, как и этого парня. Допустим, его зовут Артём. Он бегает на работу за 30 тысяч, которых хватает ровно до следующей зарплаты. По выходным ходит в бар с друзьями, раз в год уходит в отпуск, и то не за границу. Ну, может, раз так в 5 лет? Потом снова работа, дом, сон и снова работа, как белка в колесе. А это Максим. Ему повезло родиться в семье бизнесменов, где он с малых лет впитывал финансовую грамотность. Поэтому Максим понимает, что можно не работать, а зарабатывать. Ведь работать могут деньги. И это совершенно разные понятия. Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер. И, казалось бы, зарабатывать должен тот, кто работает. Ведь ради этого люди и ходят на работу. Но это совершенно не так. Артёму твердили про хорошую учебу и работу, а Максим тем временем научился не работать, потому что работать должны деньги. Это и есть финансовая грамотность, когда ты умеешь управлять деньгами и процессом их работы. Но ни в школе, ни в институте тебя этому не учили. Может, кому-то нужно, чтобы мы были финансово безграмотными? Или, может, к этому должен прийти каждый сам? Так возникла идея создания компании «Неработа». Здесь каждый желающий может построить свой финансовый бизнес, где работать будут деньги, а тебе нужно только управлять этим процессом. И что самое приятное, доход не ограничен. Все ограничения только в твоей голове. И у тебя может возникнуть вполне справедливый вопрос. Зачем кто-то будет тебе помогать становиться финансово независимым и грамотным? Кому это выгодно? Все просто. Это и есть идея компании. Потому что мы сами не с мира элиты, не родились в семьях потомственных богачей. Давая зарабатывать тебе, мы зарабатываем сами. И только вместе мы можем разбить все ограничения и предрассудки, потому что зарабатывать должен каждый. Здесь ты получишь все инструменты, необходимые для развития своего финансового бизнеса. И уделяя совсем немного времени и сил, ты с легкостью добьешься финансовой независимости. Деньги, отдых на море, приключения и просто шикарная жизнь. Все это тебе уже доступно, надо только сделать правильный выбор. Регистрируйся прямо сейчас на сайте неработа.ком. Не работай, а зарабатывай. Пусть работают деньги. В следующем видео ты узнаешь, как это сделать.